Затяжное застолье переросло в смертельную драку. Таковы итоги вечеринки, организованные 53-летним минчанином у себя дома. В милицию обратились очевидцы конфликта, которые и рассказали о трагедии на улице Якубова. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого 29-летний гость сильно ударил хозяина квартиры ногой в лицо. Экспертиза установила, что пострадавший скончался в результате кровоизлияния в мозг от полученной травмы. Все мужчины, находящиеся в данной компании, ранее неоднократно судимы. С утра, около 6 утра, были приобретены ими алкогольные спиртные напитки. То есть конфликт произошел в полдень. Соответственно, все находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Конфликт возник на бытовой почве. Действия нападавшего квалифицированы как умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. Поскольку это не первая его судимость, ему грозит до 15 лет лишения свободы.